Всем зрителям, подписчикам канала Уральская усадьба, привет! Сегодня у нас 22 сентября 2017 года. Построили мы контейнерную площадку длиной 4,5 метра. Контейнерная площадка у нас двухсекционная. Одна секция 3 метра под баки и одна под мегабарит. Каркас у нас сделан из профильной трубы 25 на 25. Стены перегородки зашиты профлистом. Вверх покрытие зашито поликарбонатом, цвет зеленый. Конструкция у нас прибурена, забита арматура, приварено, подкрашено, все цивильно. Вот на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите комментарии. Всем пока.